Из Москвы до Владивостока за 18 дней. Увидеть поезд «Армия Победы», точную копию агитационных поездов времен Великой Отечественной войны, смогли жители 20 городов. Среди них и уссурийцы. Кланяемся низко, как велит добыча, отведать его просим. Сегодня агитпоезд в гостях у 5-й армии, боевой путь который пролегал по фронтам Великой Отечественной войны. Она громила врага под Смоленском, успешно прорывала вражеские укрепления в Белоруссии, добивала отборные вражеские части фашистов на берегах Балтики и Восточной Пруссии. Хочу заверить, что военнослужащие нашего объединения делают все, чтобы приумножить славные традиции фронтовиков, главное из которых – легендарная воинская традиция побеждать. На железнодорожном вокзале собрались тысячи встречающих. Пришли ветераны, семьи с детьми и первые лица города. Главе администрации начальник поезда сделал подарок. Пятитомный труд «Великая Отечественная война 41-45 годов». Как дань героическому прошлому нашей страны и как наш вклад в борьбу с фальсификацией истории, с попыткой пересмотреть ее уроки. Почетные места ветеранам. Для них выступили приезжие и местные артисты. А те, кому интересна история страны, смогли посетить музеи. Площадки были оборудованы прямо в вагонах. Например, здесь есть макеты медалей и орденов и парадный мундир генералиссимуса Иосифа Сталина. Очень понравилась форма маршалов и генералов Советской Армии. От вот, экспонатов узнал очень много, погоны какие были в то время. Фотографии вот сейчас выставлены, тоже очень много узнал о них. Какая война была, как было страшно на войне, как боялись наши солдаты. В составе поезда 21 вагон, и почти половина – это платформы с военной техникой времен Второй мировой. Здесь и легендарная «Катюша», и танк Т-34, и различные артиллерийские установки. Такие агитационные поезда активно использовались во времена Великой Отечественной войны. Масштабные кампании проводили для поднятия духа населения и привлечения новобранцев в ряды советской армии. Не стал исключением и этот поезд. На перроне развернулась палатка, где каждый желающий мог записаться на военную службу. Поезд пришел, надо посмотреть, красивое все. Интересно. Подъедет поезд, открыты вагоны, там выставка, там концерты. Уссурийск стал предпоследней точкой на карте маршрута поезда. 8 мая также массово его встретили жители Владивостока. Анна Маринец, Анатолий Молчанов, Телемикс.